По состоянию на 19 января в Одесской области обнаружили 453 новых случая коронавирусной инфекции. За все время пандемии в Одесском регионе зафиксировали уже 79 тысяч случаев инфицирования. Среди новых больных 248 одесситов и 205 жителей региона. На лечении в городской инфекционной больнице находится 158 пациентов с подтвержденным ковидом и 13, которые еще ждут результатов ПЦР-тестирования. По результатам этого же тестирования побороть недуг удалось 2070 жителям Одесской области. К сожалению, смертельный счет инфекции все еще открыт. За минувшие сутки умерли 22 жителя региона.